Ну что, на пороге уже Новый год, а у нас по-прежнему еще остается хорошее такое настроение, теплое, пока еще не пришли холодные дожди, у нас 11 градусов. Я всех приветствую на канале «Переехали в Сочи». И сейчас хотел бы вам высказать такое, знаете, мнение одно, которое часто-часто встречается у подписчиков, у клиентов тех же, да. Это мнение о том, что риэлтор, ну, так сказать, умнее покупателя, или он удачливее, что ли, для себя покупает недвижимость. Ну, как бы вот так вот, да. На моей практике, как бы, немало ситуаций, когда и в том числе и я, собственно, вкладывался, да, в какие-то жилые комплексы, и что-то шло не так вместе с моими также клиентами. И это не панацея. Я вам объясню, почему так происходит. Сам риэлтор, он использует информацию, которую ему передает либо отдел продаж, либо сам застройщик. Он не может знать все тонкости какого-то из объекта, который имеется в виду на этапе строительства, его будущее. Абсолютно нет. Тому примеров просто куча. Вот даже взять мой же жилой комплекс «Адлер», который строит «Альпика», к застройщику особых претензий нет. Он молодец, он строит и много комплексов, да, и сдает жилье, так сказать, и социального уровня, да. Многие на его комплексах зарабатывают. Но, тем не менее, когда заявляли, что сдача этого комплекса будет уже к концу 2019 года, да, то есть мы уже на пороге 20-го уже, да, то есть, и вот-вот он, ну, как бы, только сейчас он считается уже сданным. То есть отложение сроков, оно, понимаете, никак не зависит от риэлтора. Вот он бы рад, чтобы это все быстрее сдалось, чтобы подключились какие-то коммуникации к каким-то жилым комплексам. Но происходит совсем другое. И порой даже сам отдел продаж, вот я с девочками, со многими из разных жилых комплексов общаюсь, они сами говорят: Алексей, понимаешь, вот что нам сказали, то мы и говорим. Вот, честно говоря, конечно, когда начинают сдвигаться сроки, когда вталкивают, так сказать, палки в колеса, там, администрация или еще кто-то, да, кто-либо, это неприятно. Не только покупателю, это еще и неприятно именно продавцу, да, это ей приходится оправдываться. Не застройщик стоит там где-то в офисе продаж и объясняет ситуацию, а именно отдел продаж. И они дают какие-то сроки, понимаете, от этих сроков отталкивается риэлтор, который порой иногда берет на себя функцию, так сказать, конкретики, да, и вот он начинает говорить: это точно, это стопудово, там, это вот я вам зуб даю, там, и все такое. Вот здесь вот, конечно же, уже ошибка самого риэлтора. Но и сам риэлтор от этого страдает, поверьте мне. Потому что если бы застройщики там, да, вовремя все сдавали, все подключали и так далее, ну, тогда бы можно было про каждый комплекс там с уверенностью что-то говорить и не переживать, допустим, за то, что в дальнейшем могут какие-то быть сюрпризы. Ведь у нас в Сочи, к примеру, ни один ФЗ-объект не сдался вовремя. В большинстве случаев они откладывают сроки минимум на год. Минимум. Примеру вам сейчас не буду конкретно говорить, дабы, чтобы репутацию застройщиков не пошатнулась. Но я думаю, что вы в комментариях сами можете это написать. Например, в Лазаревском районе квартальная застройка отложила срок, по-моему, на 2 года, насколько мне сказали. А, например, в Дагомысе тоже квартальные застройки до сих пор сдать не могут, хотя готовый комплекс. В Голубых Далях тоже жилой комплекс долго ждал своей сдачи. А сейчас вот строится жилой комплекс «Фрукты». Дай бог, чтобы у них все было хорошо, потому что застройщик краснодарский, может быть, у него получится что-то там. Хотя они тоже уже первоначально говорили один срок, но продвинули на следующий срок, да, еще на год, по-моему, да. И вот в этой ситуации, понимаете, риэлтору сложно работать.
при этом также мы страдаем сами, вот риэлтора, которые покупают вот в этом жилом комплексе. Например, давайте вспомним, кто купил себе недвижимость в Меркате, к примеру, на начальном этапе. Макс вот покупал. Ну, тоже вот, да, сразу потом отложили на неопределенный срок. Я не помню, по-моему, на год, что ли. Я вот этими комплексами не очень хорошо интересовался, да. А вспомните, кто покупал в Босфоре под инвестиции. Я же говорю, он сдался, все нормально. Но сам принцип вот этой сдачи, понимаете, вот это не панацея вот этого ФЗ-объекта и так далее. И сейчас вот идет вот это давление на строительство жилых помещений. На сегодняшний момент я вам так скажу, что пока застройщик не построил дом, пока он не получил, так сказать, документы на сам дом, то есть выписку хотя бы трехэтажную, которую вот они потом распиливают, мне кажется, лучше пока не рисковать. Все-таки не вкладываться в такие объекты. Хотя также могу сказать, что ранее я показывал такие объекты. И ситуация, она, понимаете, меняется потихонечку. И с ней меняется и мое тоже мнение. Да? Поэтому я подстраховываюсь и на сегодняшний момент вам лично свое мнение выражаю о том, что не надо вкладываться на этапе строительства, пока не получена выписка на дом. Потому что когда получает застройщик выписку на общий дом, тогда он признается уже законным. А остальное это уже между застройщиком, да, это его внутренняя проблема, распилить его по жилым помещениям, по отдельно. То есть этот дом уже не снесут, потому что он законен, как один частный дом. Максимальные риски, что может произойти, это то, что он не получит раздел. Ну, не получает раздел по отдельным жилым помещениям, он может выделить доли. И все будет практически то же самое. Да, определенные есть неприятные моменты, но этот дом не снесут. Вот что самое главное. А вот на этапе сейчас строительства администрация с жилыми помещениями действительно начинает проявлять очень серьезный интерес. То есть палки в колеса будут вставлять, искать вот эти вот с признаками под многоквартирный дом. Больше 500 метров квадратных не будет выдавать разрешения, об этом что-то говорят, да, хотя это, ну, на мой взгляд, как-то противозаконно, с одной стороны, если площадь земли позволяет тебе большой дом, ну, не знаю, мнения разные, да, может быть, и наведут порядок и так далее, но я вам скажу, что в этой ситуации, вот когда сами риэлторы покупали себе квартиры, они также страдают. Мне кажется, вот я вот смотрю всех, по крайней мере, своих знакомых, блогеров, там, неважно, риэлторов, они все в свое время попали в эту же ситуацию. Либо дом был потом в списке там проблемных домов, да, либо сроки откладывались каким-то образом, либо что-то замораживалось, либо вообще под снос попадали в списки. Поэтому, когда вы от риэлтора ищете, знаете, вот гарантии каких-то, что вот раз он сказал, значит, он знает, ни хрена, поверьте, он не знает. И ни хрена не знаю я. Потому что сегодня этот дом, допустим, уже все с ним хорошо, завтра произошла какая-нибудь ситуация, застройщика посадили. А сейчас ситуация такая, вот как раз в одном из комплексов происходит, да? Напишите в комментариях, вы это точно знаете, про какой имею в виду комплекс. И ситуация может разруливаться совсем в другую сторону. И при этом специалист, риэлтор, который говорил и обещал какие-то сроки, естественно, будет выглядеть глупо в плане того, а ты-то откуда знаешь, когда это может сдаться, да? Есть сейчас, допустим, кто-то решает свои сейчас внутренние проблемы по замороженным объектам. Вот недавно мне обратился один из клиентов, который приобрел там в этом комплексе. И я этот комплекс пару раз только показывал, но у меня там не было продаж. На тот момент, когда все показывалось, то есть все продавалось, все нормально сдавалось. Но вот когда все вот они попали в эту сложную ситуацию и превысили этажность,
Сейчас этот дом прекрасно стоит, даже с внутренней уже отделкой, а результата нет. Люди переживают. И люди у меня спрашивают: Елисей, вот скажи, что там вообще происходит? Будут ли с ним какие-то проблемы? Я не знаю, ребят. Ситуация поменялась вообще в корне. Вы видите, что происходит? Насколько администрация развернулась резко в отношении вот этих вот всех замороженных домов. И они подвисли. У них и денег нет на снос, к примеру. И сдать они не могут, потому что выше трех этажей. Кто-то там идет на уступку, снимает лишнюю этажность. А кто-то принципиальничает и оставляет, и идет до упора. Вот в такой ситуации сейчас действительно сложно. И, на мой взгляд, пока застройщики не получили документы, пока лучше в такие объекты как бы, ну, не рисковать. Это мое мнение. Ранее это мнение было, как и со всеми комплексами, не так однобоко. И я не беру свои там слова конкретно обратно и так далее, да, и несу за них ответственность. Сейчас поменялась ситуация. Как я уже сказал, если хотя бы есть признание дома, то есть жилым домом, да, то есть статус жилого дома получил, пусть даже не многоквартирного, тогда еще это меньше всего рисков. Ну, по крайней мере, о сносе мы не будем говорить. Но если там ни черта нету, то лучше туда не лезть. Даже жилые помещения, которые сейчас строят не выше трех этажей, как положено, лучше подождать. По крайней мере, я вам так скажу, даже сданные жилые помещения, даже когда они получают выписку, да, на дом, все равно появляются от застройщика какие-то предложения о будущем там какой-то жилом помещении в данном жилом комплексе по хорошей цене. Пусть вы переплатите какие-то там 10 тысяч за квадратный метр, но рисков у вас становится, поверьте мне, намного больше. Потому что потом сложно будет выбивать из застройщика, если у него особенно это его первый там дом или у него нет больше возможности отдавать эту площадь. Если у него вдруг, не дай бог, конечно, возникнут проблемы. Поэтому суть моего видео именно была такая, не то что напугать, взволновать весь этот рынок, а именно, что многие ждут каких-то гарантий от самого риэлтора. Он может законно вам продавать ФЗ объекты, и это будет правильно. Я вот со многими спрашиваю, с коллегами общаюсь, и говорю: ребят, ну вы как-то вот не боитесь, да, это ФЗ, да, это здорово, ну как бы это все по документам же ровно, но ведь он же задержится, а что тогда продавать, понимаете, вот говорят. Я говорю: ну есть сданный объект, почему бы и сданный не продавать? Но если люди, говорят, любят стройку, почему им не продать эту стройку, понимаете? Вот это панацея у людей. Люди видят стройку и уже привыкли, что она подорожает. Да, она подорожает, но вы учитываете, в конце концов, эти же риски. То есть от того, что Босфор в свое время там подорожал, начиная от 60 до 100 тысяч, за 3 года, да даже, по-моему, больше, да, если я не ошибаюсь, ну 3, по-моему. Кому от этого легче? Люди бы уже 2 раза там перевернули свои деньги, заработали и так далее. Ну дай бог он все получил документы, и все там стало хорошо, слава богу. В общем, вот такое мое мнение. Уверен, эта тема вас подхватит. Есть вам что-то высказать, заодно заправлюсь. Вот, высказаться, выслушав мое мнение, согласны, не согласны, обязательно подписывайтесь на канал. Жду ваших сообщений. Всех с новогодними праздниками. Всем пока.